Всем доброго здоровья и приятного аппетита. Сейчас кушать с вами Юлия Мишка. Всем привет. Сегодня будет у нас, ребят, хоррор, так что готовьте подгузники, я уже подготовил. Игра под названием... Train 113, да, поезд 113. Да, и 13 кадров почему-то у нас здесь, не знаю, с чем связано. А может, компьютер уже пора выбрасывать. Он такой, да нафиг, я не хочу в это играть, страшно вырубай. Ребят, хоррором отбираем, поэтому он будет с изюминкой, срачный, как я не люблю. Все, как вы любите. Да. Да, а это Джонни. Here's Johnny. Поздоровайтесь, у него теперь есть имя, грязный Джонни. Спасибо, что Джонни, приняли как хотите, участие. Да, называйте, но он пойдет отдыхать, а то жарко. Жарко, да. Он пойдет купаться. Да. В круговороте. А мы пойдем мыло. Исследовать. Да, этот в трейлере. О, yes. Нормально. Я уже начало не знаю. Уже хорошее. Я понял, что я ничего не боюсь. Вообще, мне все равно. Мне вообще похуй, даже дверь открыли. Я играю как будто в Марио. Если что, уберите, Джонни вот тебя защити. Да, да. Он, знаешь, им можно, кстати, удобно глаза вот так закрывать и типа, он не страшно. Не видишь, не страшно. Ну, и нету ничего. Ладно, в общем, атмосфера, если честно, давящая. Да. Включить свет, пожалуйста. Мы будем, знаешь, более-менее внимательно так изучать, смаковать, потому что все-таки такая небольшая игрушка. Что такое было? Не знаю, я надеюсь, сейчас какой-нибудь... Да ну подумаешь. Миша уже бывал. Когда мимо туалета иду, там такие... Кто-то вывалился, дядь Валера, сверху упал. Сверху, да? Очухался, да. Он мог быть сверху. Такой пацаны, как я здесь оказался. Так, стой, кнопка. Свет включился. О, прям как снова по заказу. 13 кадров. Люблю. 6 кадров. На-на-на-на-на-на. Вообще. На-на-на-на-на-на. Ребят, вот хотели бы вы в такой атмосфере оказаться? Когда 6 кадров. Мне кажется, знаешь, в этой атмосфере половина ПК-гейминга, к сожалению. Это атмосфера, как это сказать? Уюта, и знаете, вы просто как будто не уходили из игры какой-нибудь. Просто зашли в YouTube, а там тоже так, ладно. Атмосфера никчемности и безысходности. Да, она прям подчеркивается. Но, кстати, на самом деле, как будто в фильме в каком-то. Согласна. И не особо страшно. Слушай, как будто кресты какие-то. Да. Ладно. Да ты-то чё? Да я жду я все время чего-то. Да, кстати, не люблю вот хорроры, которые, вот знаешь, тысячу лет... Знаешь, когда... Тебе пудрят мозги ходьбой. О, Миш, смотри, там дверь какая-то заоблоченная. Тут, кстати, всякая фигня валяется. Ну да ладно, бутылку он, я пивка бы то не выпил бы лучше. Мне казалось, там что-то валялось на сидушке. Какой? Он, знаешь, на какой? Она ждет тебя, тебя в темноте. Так, я... у нашего... Подруга есть. Да, появилась. Что это она? Миш, о, смотри. Это что такое? Ключ, ножик или что это? Вот я, знаешь, что? Вот я пугаюсь того, что... Руки вот эти. Зачем это было? Это такое было? Страшно. А там прикинь... Ножик! Не, одна рука в Джонни. И все. Вот это было бы жутко. Я бы реально испугалась. Ну ладно, давай открывать. Открывай, сова! Мишка пришел. Это комната, не, вот, куда знаешь, нельзя чем входить. Более нагнетается, тем мне как-то действительно не по себе становится. А пока что что? Пока все в порядке. Опа, колясочка. Это детская коляска? Или... Все, что с детьми, кстати, связано. Да, вот согласен. Миша, спокойно. Вызывайте скорую. Ему дурно. Нафига так громко-то делать? Прям по ушам такое ощущение, как будто резануло, да? Не, она просто... Как бы, знаешь, бывает вот игра, когда тормозит, она вот так как-то в глюк уходит. Так... Ладно. О, ладно, там закрыто, пойдем в открытое место. Так, ну-ка накапайте мне чего-нибудь. Я уже чувствую, что Миша там по трейлеру говорил много интересного. Ладно, все нормально, я не боюсь, что у меня... Опа-на! Ё-моё! Ё-моё, открывай дверь! Всё, всё, всё! Дверь открывай, ты нас не видишь!
Говорю же, не надо было боярышник пить, надо было спокойно просто идти домой. Это жена дяди Валеры была, похоже. А ты как дело, видишь, она его ищет. Это как его связалось по WhatsApp. Надо было сказать, что это, он уже свалился. Так. Мне это уже как-то все дело. Не нравится. Я не буду никогда ездить в метро. Да, после ночью. Этого. Видишь? Дверь открытая. А если я... А тут можно выпрыгнуть отсюда? Выпрыгнуть. Не, оно нас. Не дает. Нельзя? Ребята, немножко взять. Приходится играть. Не, ну на самом деле, такие вещи крутые. Опять же, вот, тупые главное... скримеры... Да. Это стрём. Я не люблю скримеры. Я люблю атмосферу, когда жутко. Вот с этой девушкой был прикольный что момент. Что такое? Опять темнота. Что-то светится под ногами. Свечки. Видишь, там, смотри, крест. Там крест. Мы сейчас включим этого детектива. Настоящий детектив здесь. Точнее, мы будем не настоящий детектив. Срущий детектив, слышишь, что? Я так понимаю, нам нужно вернуться. Возможно, мы должны посмотреть на него под таким углом. Нет, или... оно встает! Оно встает. Это скелет? Может быть. Это кости? Я не хочу ничего. Джонни, делать. Ты возвращаешься на место. Мы с Джонни это проведем обряд экзорцизма для этого поезда. Мне для туалета отряд вызывайте, прочистки. Миш, уже. Кстати, можно и. Джонни вообще многофункциональный, парень, да. Он никогда вас не подведет. Слушайте, я так. Только если психушку. Не, ребенок это полное фуфло, я могу сказать, по сравнению с этим. С этим, да. Столько кирпичей. Миш, ну как сказать? Ты уже втягиваешься, ты уже становишься, как сказать, у тебя вырабатывается вкус. Вкус. А было закрыто, да, это будет? Мне что-то с каждым вагоном все более жутко и жутко становится. И я чувствую, что вот эта колясочка. Чем-то попахивает. Это кто? Это дядя Вали. Да, дядя Вали. И Джонни. Блин, простите, я он не уже могу. Бывалый. Так что. Бывалый. Слушай. Я смотрю, оно через вагон, да? Как бы через какая-то вагон, дичь. Видишь, там блин. Закрыто было? Да, закрыто. Может, опять надо что-то найти? Я вперед, и ничего не боюсь, ничего не боюсь, ничего не боюсь. Давай. А что написано? Кнопка Швонс. А, Швейц опять. Она ждет в темноте. Yeah. Ну, конечно, поэтому нужно выключить свет. Это что? Колбаски? Сосиски? На этом моменте цепь, попрошу как будто, да? выключить телевизор, да. Слушай, кто в конце туннеля? Машинист. Вижу. Мне уже не смешно. Комната страха удалась, можно выходить. У меня груз в штанах. Ценный. Ценный. Его нужно обязательно доставить. Я дойду, я дойду. Император. Мы прошли. О, а та дверь открылась. Дверь открылась. А эту-то откройте, пожалуйста. Ай, выпустите меня из этой конторы. Я больше здесь не хочу быть. Почему оно все закрыто. Может, опять ключ надо? Или свет включить? Я смотрю по этим сторонам. Потому что в прошлый раз мы ножик нашли. Может, опять или... Ножик, опять кнопку режик. Нажать. Пробиваемся вперед, смотрим, где что есть, давай. Может, вот давай. И сюда что-нибудь надо, да куда, куда, давай, иди сюда. Ты где-то тетка больная, сейчас я с ней разберусь. Свет включи. Фу. Ну, вроде все нормально. Нормально. Мы не... пережили. Я царь этого метро. Че ты думаешь, какая-то швабра может меня напугать, что ли? Иди нет, сюда, конечно. Я сейчас тебя найду. Она сидит там, в коляске. Реально. Что, мадам? Подходи, открывай дверь, блин. Засала, зачковала. Иду сюда. Как открыть? А как открыть? Она может, мне чуть-чуть опять цикл. Какой-то реально ключ надо. Ну, швабра. Я сейчас найду какое-нибудь орудие и тебя. Здесь закрыто, нас не выпускают. Так, я понял. И хорошо. Она ждет нас в темноте. Вот единственная подсказка, которая есть. Подсказка. Не, смотри, стулья свободны. Я ничего не вижу здесь. Мне кажется, я надеюсь, игра не заглючит. Женщина, откройте, не смешно. Она уже меня даже, если женщина... честно, не пугает. Ходили, бродили, не знаю, сколько, да. ребят, я не знаю, как уж так вышло, и наконец-то вон, нашли какой-то ключ. Ключ. О, где это мой?
Женщина, Миш, я просил, конечно, вас... Вы... А что, назад нельзя? Бегом. Я уже понял, сейчас что-нибудь увижу. Я не встать, ничего не могу. Что, конец, что ли, такое? Как в этом будет, ну, типа... Похоже на фир. Не, да, кстати, похоже на фир. И уж что-то как-то... Слушайте. Это... А, нет, смотри-ка. Мы как будто подвешены, да. Он какие-то нас подвесил. Да. Ну все. А выпустить нас некому. Ну мы не подобрали знаю. Ключ. Может быть, мы как-то сможем. Вон она проползла. Да, я вижу. Смотри, там сколько костей. Стресс, трэш. Трэш. Я в стрессе. Дар речи потерял просто. И долго это все будет. Нет! Блин, ну знаете, на самом деле это было жутковато. Долго ждать пришлось. Знаешь, какой-то звонок или что вот было-то это? Ну, короче... Понятно, шутки подъехали. Чуваки, молодцы. Видим, продолжение будет. Да, прикольно, я пойду... мне понравилось. Ну, знаешь, жутко, она такая перекошенная вся. Проклятие, звонок там, это... О, ну прикольно, на самом деле, именно мне атмосфера понравилась. Поэтому, ребят, хотите еще хоррор, пишите обязательно, да. Пишите свое мнение. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.